Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег, ну и мой хвост Акбар, по которому все уже, как я понимаю, соскучились, да? Ну вот, в очередной раз я приехал на дачу, и здесь самая главная задача передо мной стоит, когда я приезжаю, бабушка нам сразу говорит: давай чесать Акбара. Количество вопросов по поводу чесания собаки тоже большое, поэтому я решил снять ролик, как правильно чесать собаку. Ну, это не лучший инструмент для того, чтобы вычесать немецкую овчарку. Тем более, видите, у нас уже погрызенный был еще в щенячьем возрасте, когда Акбар был. Но по поводу инструментов, чем чесать именно, я снимал отдельную передачу. Лучше, конечно, это делать фурминатором. Вернитесь назад, посмотрите ролик о том, как чесать, чем чесать. А сейчас именно я вам расскажу, с чего начинать. Итак, если у вас собака, щенок еще маленький, и вы только приучаете к чесанию его, то перво-наперво, что нужно сделать, это нужно познакомить свою собаку с тем предметом, который вы будете использовать. Фурминатор, либо пуходерочка какая-то. Ну, щенка, конечно, фурминатора пока не надо чесать, его просто пуходерочкой. Для этого мы что делаем? Мы даем обнюхать собаке этот предмет. Акбарчик, иди ко мне. Мы даем понюхать собаке для того, чтобы она знала и не боялась его. Собака живет носом у нас, поэтому все незнакомые предметы мы изначально даем обнюхать собаке. То есть, будь то когтерезка, будь то фурминатор, пуходерка, будь то намордник, поводок, ошейник, который мы только приучаем. Первое, что мы должны сделать, это дать собаке именно обнюхать, потому что 80% восприятия мира у собаки идет через обоняние, то есть через нос. Дальше. Значит, когда мы начинаем чесать, только приучать собаку, этот предмет мы ассоциируем с чем-то положительным. То есть, ну, как всегда, лучше это делать, конечно, с подкормкой. То есть, чесанули, подкормили, чесанули, подкормили, чесанули, подкормили. С чего стоит начинать чесать? Ну, здесь расскажу свой цирковой опыт. Когда мы вычесывали медведя... Акбар, рядом иди. Ленивый стал на даче. Рядом, говорю, иди. Садись. Как расскажу свой цирковой опыт. Когда мы начинали вычесывать медведя, то надо было всегда вычесывать, начинать именно с шеи. Но этот опыт пригодился и на собаках, потому что если вы начинаете чесать с попы, со спины, с груди, то собака начинает прикрывать свою попу. И мы начинаем чесать с шеи. Вот. Молодец, хорошо. Молодец, хорошо. Прочесываем спинку. Потом, когда я собираю, я собаку отпускаю. Пусть он походит, погуляет. Выбираю. Мешочек складываю. Бабушка у нас потом носки будет вязать. Бар. Сюда иди. Давай. Опять. Потом переходим на бока. Ну, я это в ускоренном виде все сделаю, для того, чтобы просто вы поняли принцип. Бока. Вот здесь вот, вот на крупе всегда очень много шерсти, поэтому круп прочесываем тщательно. Переход на хвост, вот это место. Опять я выбираю. Не задерживаю собаку. Если хочет она отойти, пусть она отойдет, чтобы не было неприятных ассоциаций у животного. Акбар. Давай, 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 давай. Молодец, умница, хорошо. Затем я вычесываю ему ляжки, ноги, штаны. Вот так вот, вот отводим хвост в сторону. В эту сторону. Прочесываем. Садись. Молодец, умница моя, красавица. Затем я шейку прочесываю. Молодец, моя красавица.
Хорошо, не забываем. Очень важный момент, когда собаке говорим хорошие слова, а лучше даем подкормку еще при этом. Ложись. Ну и все. И переходим на брюх. Здесь самая кайфовая зона. Желательно все то же самое сделать с обратной стороны. Вот поверьте мне, если у вас уже взрослая собака, и вы поработаете вот такой пуходеркой, то после того, как вы поработаете пуходеркой, вы возьмете фурминатор в руки, у вас в 4 раза еще больше будет. Но щенка сразу приучать к фурминатору я не рекомендую. То есть щенка все-таки мягенькой пуходерочкой прочесываете. В общем, операция достаточно простая. И если вы свяжете положительные моменты жизни собаки именно с этим предметом, то у вас все получится. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор.